самых главных элементов технологии является влага, которую никто никогда не понимает. Влагу сохранить на поле, естественно, не очень так и просто. Когда заходит обрабатывающая техника, диски или рыбники, или еще так далее, вот, то есть происходит вскрытие, и при подготовке почвы, естественно, влага начинает испаряться. Одним из элементов сохранения влаги является солома, которую при стриптиле или при нулевой технологии, при ноутиле, старается разложить правильно по полю для того, чтобы сохранить максимально влагу. Данный агрегат как раз предназначен для того, чтобы провести сразу три операции за один проход, то бишь обработку почвы на глубину до 25 сантиметров при помощи анкерного сошняка, при этом провести рыхление почвы на ширину 12 сантиметров и внести удобрение на ту же самую глубину. То бишь это нам дает возможность выполнить эти все три операции, вот, при этом при всем все будет закрыто соломой. Дальше уплотнение, формирование посевного ложа. И следующая операция — это высев. Тоже анкерный сошник, который это позволяет делать. Значит, мы в данном случае, вот конкретно здесь, на Байер-арене, провели посев 17 августа по предшественнику яровой ячмень, по соломе. Вот в самый пик жары, когда не было влаги абсолютно. Вот, провели, влаги осталось буквально порядка там 40% на глубине там 15 сантиметров. Мы заглубились на 22 сантиметра, провели посев. Ну, в данном случае увидите рапс, который мы получили. Если бы немножечко раньше, в сентябре месяце. И они сразу пошли, там, где мы достали влагу, там, где была солома и так далее. На 12 не съели. На 22 сантиметра обрабатывается рапс. Глубина рапса до 3 сантиметров. Регулируется, она очень четко держится, гидравлика. Ширина полосы. Не полоса не надо. На каком расстоянии растения друг от друга растут? Значит, 33-36 сантиметров. Нет. Вы имеете в виду вот эти? Да причем эти? Это рабочий, орган. Но они же сеют и задний ряд, и передний ряд сеют. Расстояние между растениями, которые будут здесь и здесь. 33. Я вам об этом говорил. Здесь 33. Это широковато.